С 15 по 17 сентября в Дагестане проходят съемки новых серий 4 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Популярные блогеры, спортсмены и артисты соревнуются в испытаниях, основанных на событиях Великой Отечественной войны. То есть мы берем определенный подвиг Великой Отечественной войны, как-то пытаемся его адаптировать под современные реалии, и наши участники пытаются пройти испытания, которые приближены к подвигам и к тому времени. Для съемок реалити в Дагестане было выбрано 3 локации. 8-й цех завода «Дагдизель», село Гамсутыль и Салтинский водопад. По словам одного из организаторов шоу, писателя-сценариста Алексея Стаценко, именно разнообразие природных ландшафтов определило Дагестан местом для съемок нового сезона. Чтобы можно было снять абсолютно разные какие-то эпизоды из Великой Отечественной войны, связанные, допустим, там, с лесом, с рекой, с озером, ну, то есть различные были ландшафты и так далее. И это интереснее смотрится, и можно более разные подвиги подобрать под это. И Дагестан как нельзя лучше к этому подходит, тем более у вас есть такие замечания. Ну, мы, в частности, будем снимать 8-й цех «Дагдизеля» в Каспийске. Создатели «Пережить, чтобы помнить» уверены, что именно такие проекты с реальными эмоциями и переживаниями привлекают внимание молодежи к истории. Основная цель проекта – говорить со зрителем на одном языке в контенте социальных сетей. Испытания просто очень сложные, очень интересные, максимально атмосферные. Вот. И мне проект показался очень крутым, очень. Впечатления от Дагестана впервые здесь? Как? Вообще впервые в Дагестане. И я сейчас в ближайшее время не думал, что я здесь побываю. Мне пока все очень нравится. Воздух, природа, люди. В общем, кайф. Посмотреть новые серии можно в социальных сетях, а также на платформе ОККО, где выходят расширенные версии эпизодов. Реализуется проект при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» в рамках национального проекта «Культура».